Всем привет, вы на канале Огонь и Мясо. Сегодня приготовим курицу горячего копчения. А перед началом ролика хочу посоветовать интернет-магазин «Мангал Тут». Там вы найдете огромный выбор казанов, мангалов, печи под казаны, афганские казаны и многое другое. Что нам понравится? Нам понравятся две курицы среднего размера, соль и вода. Для этого рецепта больше ничего не надо. Можете, конечно, попробовать добавить чеснок, но этого ничего не почувствуете после того, как прокоптите курицу. Нужно сперва подготовить. Обрезаем крылья. Заднюю часть. Перед этим, естественно, промыть. Теперь опускаем в емкость, где у нас будет мариноваться курица, обе курицы, и заливаем водой. Мариновать курицу будем в 10% растворе соли. Для этого нам понадобится соль и немного кипятка, чтобы быстрее соль растворилась. Размешиваем соль в кипятке, так будет проще быстрее. И выливаем. Все, теперь убираем прохладное место на 12 часов. После этого включимся и покажу все, что нужно дальше. Итак, прошло 12 часов, куры промариновались, засолились. Теперь их нужно высушить. Подсказали один секрет, сейчас его проверим. Как раз две курицы. Одну нужно опустить в кипяток на 30 секунд, чтобы не лопалась кожа. Я раньше коптил, получалось всегда через раз. То лопалось, то не лопалось. Как раз проверим. Немного опустили, достаточно, и выкладываем. Обратно теперь возьмем салфетки и слегка хотя бы немножко протрем. Курицу нужно просушить, потому что дым не ложится на мокрую поверхность. В таком положении оставляем на час-полтора и потом продолжим. Итак, все у нас предпоследний, точнее последний этап перед тем, как мы поставим коптилку на огонь. Куры у нас просохли. Кстати, видно, что которая побывала в кипятке, она имеет другой вид. Теперь нам нужно подготовить коптилку. На дно коптилки я укладываю фольгу. Это как бы не обязательно, но потом ее легче мыть, и она как бы, ну, подольше прослужит.
потому что щепа пригорает, ее потом отмывать. Берем щепу, щепа у нас ольха. Щепа ольха, щепу я не замачивал, потому что это не нужно, мы избавляемся наоборот от лишней влаги. Высыпаем щепу. Затем также нам нужно вложить фольгу в поддон, куда будет стекать жир. Ну, просто для того, чтобы его потом было легче мыть. Поддон укладываем поверх щепы. Теперь устанавливаем решетку. Нанизываем прямо на поддон. И укладываем курицу. Желательно, чтобы она не касалась стенок. И закрываем крышкой. Гидрозатвора у меня нет, так как я в доме не копчу, копчу на мангале. И отправляемся на мангал. Установили коптилку на мангал. Вот нам нужно такое пламя. Теперь ждем, пока пойдет первый дым именно из коптилки. Вот у нас пошел первый дым именно из коптилки. Теперь мы его немножко выпускаем, чтобы не было горечи. И закрываем. Теперь засекаем 45 минут. Следим за огнем, чтобы он не был сильным. Слегка подогревал коптилку, чтобы, в общем, не погорело. Чтобы щепа не сгорела, а потлела, как положено. Прошло 45 минут. Сняли с огня. И сейчас будем выкладывать на вот такой прекрасный даган, который предоставил интернет-магазин Mangal Top. Ссылку я оставлю в описании. И если вы будете заказывать и укажете, что пришли от моего канала, 5% скидка на весь товар. А теперь вскрываем коптилку. Долгожданный момент. Куры у нас готовы. И как мы видим, то, что курица, которая побывала в кипятке, она получше сохранилась.